Процесс электроэрозии заключается в том, что в местах контакта выступающих частей шероховатости нашей заготовки и инструмента... Почему же я выбрала именно ИСИД? На нашей специальности мы работаем с современными системами автоматизированного проектирования, такими как NX, SolidWorks, Compass. И реализуем наши разработки с помощью современного технологического оборудования. Разрабатываем программное обеспечение и работаем над интересными проектами в команде на востребованных языках программирования, таких как C++, Java, Python.